Сахалин — это не только корейцы, океан и икра. Это еще и Гена с канала Сах Чайна, который снимает интересные обзоры на узкоглазую еду, открывает посылки от подписчиков, шьет и перепрошивает свой Meizu M1 Note. Но если до Сахалина ты никогда не доберешься, то ссылку на канал Сах Чайна сможешь найти в описании под этим видео. Заходи и подписывайся, я все сказал. Всем привет, мои дорогие подписчики! Сегодня у нас, как всегда, посылочки из Китая в количестве 3 штук. Давайте же их вскрывать. Начнем вот с этой вот маленькой, менее интересной, хотя чей, я не знаю, тоже интересный или нет для вас. Так, здесь у нас находится вот такой вот маленький микрофончик. Заказал его, чтобы записывать подборку товаров, так как на типичный микрофон. На типичный микрофон это не так удобно, а на конденсаторный микрофон или на Zoom H1 денег у меня пока нет. И вот я купил такое вот решение для ноутбука, самое то, в принципе, засунул его, и вот таким вот образом оно выглядит. Так, вот такая вот смешная здесь поролонка, или не знаю, что это. Вот так вот выглядит этот микрофон. Тест вы его, этого микрофона, увидите на подборке товаров. Если звук не изменится, то значит этот микрофон полная Г. Что-то здесь уже дребезжит. Что, вот такой вот микрофончик. Можно его как угодно ставить. Давайте теперь перейдем вот к этой посылочке. Здесь я не знаю, что. Так, оценили. Ни во что не оценили, вроде как. Вот такой вот надрез. И здесь у нас... Здесь у нас очередные жилет Mac 3. Да, не ожидал, что это будут жилет Mac 3. Вот так, без упаковочки, без ничего. Если бы знал, то я бы это, конечно, в распаковку не засунул бы, так как совсем недавно были эти жилеты, и они были хорошие, а вот эти я без понятия какие. Сейчас вы видите где-то на экране мой отзыв о них. Ну, то, что они без упаковочки, это уже минус. Ну, вы знаете, что я заказывал недавно, и они шли 3 месяца, и я вот заказал еще. Жилет Mac 3. Долго на них останавливаться не будем. И последний, наверное, самый в этой распаковке интересный товар — это часики, вроде как здесь должны быть. Да, это часики. Вот такие вот. Какие же они большие, вроде. Стоят они там не так много, но вы это видите сейчас на экране. Вот такие вот крутые часы. С пленкой даже. Так, пленку так легко не отодрать. Ну да ладно. Здесь у него достаточно много функций, ну, имею в виду, секундомер есть, какая-никакая вот, вот подсветка, так, вот. Секундомер вроде как есть, не знаю, вроде как даже, да, вот будильник есть. Ну что, вот такие вот достаточно интересные и красивые часики здесь. Такой вот резиновый, приятный достаточно, не знаю, как вот эта вещь называется. Ну что, вот такие вот часы прикольные достаточно. Тоже советую к вам покупке. Прикольные часики. Ну что, вот такие вот 3 посылочки у нас сегодня было на распаковке. Ну что, всем пока. Даже будет интересней. Пока-пока.